Всем привет! В эфире праздничный посредник в канун Нового года. Когда год подходит к концу, немного грустно. Ведь помимо всего прочего, мы расстаемся и с тем хорошим, что происходило с нами в течение всего года. Было много радости, которую мы получили, проведя время с родными, близкими и друзьями. А если мы не успели все, что хотели, то у нас еще остается возможность что-то пожелать друг другу и загадать для себя на Новый год. С наступающим Новым годом, друзья!
этот день ничего не случилось и вряд ли произойдет. Может быть, это все мне приснилось и не было ничего. Я зажгу мои старые свечи и начну жизнь откручивать вспять. А потом весь оставшийся вечер буду петь и мечтать. Загадай все, что ты очень хочешь, и сожги свой листок. Ровно в полночь закрой свои очи, сделай с пеплом глоток. Пусть сбываются наши мечтания, лучше поздно, чем никогда. Мы увидимся скоро, случайно, или это судьба? Я желаю всем стараться сделать лучшее из того, что к нам приходит, радоваться всему, что у нас есть, и, несмотря ни на что, быть счастливыми, даря любовь и добро своим родным и друзьям. Жизнь бесконечный круг встречи. Дни, года, календари.
тени, сгорая от любви. Словно мотыльки были так легки у костра. Жизнь игра, да в подпаленных крылах. Но снова будут, мой друг, песни сближать наш верный круг. Жизнь торопит нашу встречу, чтобы вновь успеть. Так долог путь назад, мой друг, но истекает час разлук. Жизнь торопит нашу встречу, чтобы вновь успеть наспеть до утра. С гитарой в руках, словно юность вернулась к нам и на века. Может быть, песня вновь подарит мне любовь. Жизнь игра, да в подпалинах крыла. Но снова будут, мой друг, песни сближать наш верный круг. Жизнь подарит радость встречи, если захотеть. Тогда путь назад, мой друг, но истекает час разлук. Жизнь торопит нашу встречу, чтобы вновь успеть нам спеть до утра. С гитарой в руках, словно юность вернулась к нам и на века. Не все удалось сделать того, что планировал в этом году. Но к этому я теперь готов. С тех пор, как на наш мир обрушиваются катастрофы, пандемии или военные конфликты, нужно быть готовым уделять внимание главному в жизни. На первом месте это всегда семья и забота о близких. Уже потом следует любимое дело и все остальное. Но когда появляется возможность, я продолжаю заниматься моими программами и песнями. И надеюсь, что многие мои идеи и задумки найдут свое воплощение в новом 2024 году. Когда утихнет суматоха дня, когда погаснет вечера закат, зажгу свечу, налью вина. И вспомню вновь под музыку огня, как ты, не зная, что творишь сама, играючи свела меня с ума. И до утра я не смогу уснуть, боюсь огня зачарует вновь меня, и стекла слезами белая свеча. Музыка огня мне напомнила
всегда рад вашим комментариям, сердечкам и лайкам. И благодарен за вашу подписку на мой видеоканал. Ненадолго приходит к нам настроение, просто лето. Прилетит солнышком согрето, сядет рядышком у окна. Не по нотам споет нам песню, не по правилам жизни играя. Самоучка и кудесник, соловей жизнь еще не знает. Так бывает, приходит лето, а на смену приходит осень и зима. Уступать весне не захочет. Распахни же в сердце двери и ступай в этот мир бескрайний. Самому нужно все проверить и ошибки свои исправить. Улыбнись тому, кто рядом, помолись тому, кто всюду. Станет наша жизнь как чудо, если мы друг другу рады. Так бывает, приходит лето, а на смену приходит осень и зима. В белый снег одета, уступать весне не захочет. А бывает, жалит природа под влиянием солнца с луною, но играют времена года, увлекая все за собою. Так и ходят, как люди по кругу, обреченные скитаться, только встретятся друг с другом, и уже пора прощаться. Только встретятся друг с другом, и уже пора прощаться. Только встретятся друг с другом, и уже пора. Праздничный выпуск подходит к концу. Всего вам доброго, с наступающим Новым годом и будьте счастливы! Ваш Павел Гайд.